Привет всем, друзья, и добро пожаловать в новый влог. Я, как всегда, после работы, но после работы, правда, приехала. Рики здесь. Поехали с мужем, прогулялись, в ресторане посидели, отдохнули хорошенько. Сегодня у нас суббота, а завтра воскресенье. Вот, что-то у меня сегодня с прической не то. У нас погодка, конечно, дожди, дожди, дожди. Я, говорю, вчера прям поработала, ну, как от пациента до пациента бегала. Я, говорю, вся мокрая, весь хенди сотовый, да, телефон. Потому что мы по телефону работаем, с телефонами сейчас. Все бумаги, все мокрое, вы не представляете. Рики, сейчас покажу вам. Вот, ну, что хотела я вам показать? Я хотела вам показать сегодня распаковочку. Такую распаковочку, мой заказ, да, который я заказала в Ритуалис, да, как на подарки, девчата. И вот сегодня я вам покажу. Можно заказывать через интернет вот так вот, да, и прям на них вот, потом я вам вышлю ссылочку, или просто задайте этот, я сейчас вам покажу эту фирму, просто задайте в этот, в Google, да, и там у вас, вам все выйдет. Или просто директ едете в этот магазин. Он в любом центре, там во Франкфурте, Ганов, они тут везде возле нас рядом, и в любом большом как бы магазине они есть. Сейчас я вам покажу. В первую очередь показываю своего Рики. Вот он лежит со своим барашком. Посмотрите, пожалуйста, вчера я его с кухни выгоняла целый вечер. Я говорю, выйди оттуда, пожалуйста, ты уже в дверь не помещаешься. А он туда идет и царапает, открывает шупладу, снизу вот этот ящик, да, чтобы там я ему еду дала. Вот, пожалуйста, уже вот в свою кровать не помещается. Так, ну, вот она я. Давайте приступим, покажу вам. Я уже открыла, потому что посмотрела все, что тут есть, что тут нету. Знаете, полностью заказ свой, полностью открыл, открывала, смотрела. Что ты делаешь? Что ты делаешь, дружок? Помощник, это же мой помощник. Он любит в зеркало смотреться. Так, Рик, не мешай. Все, достаем. Это бумага. Так, девчата, что это? Так, тут разное, да, что есть. Тут есть и для мытья, тут есть и свечки. Это, короче, всякие разные дуфты. Дуфты – это разные просто запахи. Вот, думаю, куплю я на подарки. Сейчас как раз эти ангиботы, редуцирты идут, как красная цена, чисто по-русски сказать, красная цена. И вот решили мы набрать. Я вам как-то говорила в каком-то влоге, да, что тут идет. Вот это очень вкусное, как туалетная вода, очень вкусное. Потом тут душ, гель, мыться. Потом, по-моему, тут дезодорант идет, но это надо все читать. Я просто покупала. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Кровать переворачивает. Что ты делаешь? Вот у него тут игрушки. Кровать переворачивает, царапает, вытаскивает. Так, вот это вот тоже тут всякое разное, тут тоже и мыться всякие разные, и вот, вот эта вот фирма, тоже мы, я ее очень люблю, мы ее всегда с дочерью покупаем, я говорю, довольная, оно, во-первых, хорошо смывается, аллергии от нее нету, и запах долго, прям вот тело именно, как запах, оно у нас уже проверенное, мы всегда берем, всегда, уже сколько, говорю, лет здесь, мы постоянно ее покупаем. Так, это, по-моему, мыться. И крем, и крема тоже есть. Мыться это как, знаете, как солью, да, как скраб, да, как по-русски скраб будет. Тоже очень классная вещь. Так, сейчас я посмотрю, что это такое. Это, по-моему, дуфт. Я уже там, говорю, понабирала, я уже не знала, что смотреть, как, ну как, что заказывать. Все тоже как бы, сами знаете, быстро-быстро. Ну ничего, я скоро от этой работы буду отдыхать. Скоро уже буду отдыхать, потому что, я говорю, надо немножко как для себя жить. Так не пойдет, столько работать. Так, не могу открыть, девчата, сейчас открою. Да что это такое? Сказала уже, все, в декабре поеду ногти делать.
Не могу открыть. Ну, сейчас я вам покажу. Это, по-моему, дуфт. Я уже забыла. Дуфт – это девчата с палочками. Вот такая вот штука, да, как дезодорант. Ну, не... Лучше вам показать, да? И русский забыла, и немецкий не выучила. Это вот такое вот наподобие, да? Ну, это как тоже с палочками. Ну, я точно не буду говорить, но я лучше сейчас посмотрю. Потому что она, пока я заказала, уже неделю, уже не помню, что я там заказываю. Так, но очень-очень вкусно. Кто меня смотрит, я очень люблю свечки. Свечки для меня это... Я не знаю, почему, я просто люблю запах. Когда вот просто свеча горит, и вот запах от нее исходит, мне очень нравится. Очень нравится, я давно как бы их это... И нравится, когда я вот приехала в Германию, да, вот я подрабатывала у одной немки, но они такие у них как приватные, она стоматолог сама, это ихняя фирма. Я у них подрабатывала, работала. Ой, сколько лет уже прошло, и она мне вот... Она придет с работы и постоянно вот свечки включала. Я говорю, ну как свечки включаете? А у них собачка маленькая была. И она говорит, ты знаешь, я уже привыкла, я включаю эти свечки... Во-первых, от собачек, когда вот запах дома или чем, и вообще как для себя, вот просто вот как заходишь у нее дома, всегда у нее на вайнах-то цинтом пахло, цинт это, ой, цинт, господи, как его будет, вспомню, скажу, и я уже вот за нее уже сколько лет, мы лет 18 с ней не видели, или 17, 17-18 лет я с ней не виделась, и вы знаете, я вот тоже так же взяла вот привычку, вот, тоже так же это как бы делаю и уже привыкла без свечей, говорю, как, ну, особенно когда вот такая погода тоскливая. Так, тут тоже, наверное, ну, я сейчас пооткрываю, вам все равно покажу, девчат. Это свечка. До того классный запах, очень вкусный запах, очень. Сейчас как раз я еще раз повторюсь, красная цена, так эта фирма очень дорогая. Ой, как пахнет хорошо. Какой запах, очень вкусный. Так, ну и вот эти вот тоже, они всякие разные. А, еще душ-гель, да? Это как бы мыться. Покажу вам. Вот такая вот штука. Очень классная тоже. Мы его тоже, я как покупаю, да? Это новая. Это совсем новая вот эта ихняя, как фирма это старая, как бы ихняя вот такое вот, как сказать, не могу объяснить. Как покраска это, да, вот то, что как они вот украшают. Это вообще новое, это как они украшают, вот такое ихнее, как... Ой, как вам объяснить? Ну, как они украсили, да, эту бутылку, это как новое. Так, облик или как сказать, это тоже. И я вам что хочу сказать. Оно очень долго держится, очень долго держится. Поэтому вот мы берем то, что как бы, ну как долго держится. Что ты мне тут наделал? Что он мне тут наделал? И вот, девчата, это же уже идет другая, да? Идет свечка. Вот этот вот запах, освежитель воздуха. Идет свечка, запах белый, очень вкусный, очень. Вот эту я, наверное, себе оставлю. И еще дочь мне выписала золотистое такое. Мама говорит, я тебе, говорит, это выпишу. Ой, но ее в этот раз не было, потому что они разбирают. И она такая, как золотистая, непонятно какой цвет. До того вкусный, да, очень. Даже говорит, мама, у меня на работе нету. И начали вчера копаться, тоже не можем найти. Как только появится, я вам покажу. До того вкусный запах. Так, что это есть? Что тут? В каждой коробке по-разному, да, вот лежит. Вот эта вот свечка идет. Очень вкусный запах. Потом вот это освежитель. Потом это душ-гель. И это крем для всего, как для тела, да. И я, помните, вам говорила год назад. Я просто вам как советовала, как то, что я как всегда как беру, да. Это, девчата, от этого, от целлюлита хорошо помогает. Но это так, если вы начали мазать им, вы должны только этим мазать. Не, например, вот этим помазали, да, ритуалис, потом берете в Нивея, мажете на следующий день, нет. Если начали, то только этим. Такие вот. Куда поставить? Нету места. Вот сюда поставлю. Так. Ну и вот это тоже две штуки. Вот такие вот. Вот такие. Очень-очень. Я говорю, я прям довольна. Говорю, что я вот как бы купила. И сейчас я открою и покажу вам, что там такое. Ну, сейчас я вам покажу. Вот открыла. Но это освежитель, да, как для дома. Вот эта вот штука. Такая вот она большая.
Они, когда вот я смотрела месяц назад, да, они были 20-23 ойра стоили. Но сейчас ангибот, красная цена на них идет. Сейчас я вытащу и открою. Он очень-очень, тоже очень долго держится. И это новинка, да, я вам говорю, это новинка, новый запах совсем. Ну и вот такая вот штука. Ах, как хорошо. Ну, потом я буду распределять, да, вот, ну как, кому что подарить. Мы всегда с дочерью смотрим, это как раз сейчас идут вайнахты, как вайнахты, да, и зельвесты, это как Рождество и на Новый год. Вот мы всегда наберем с ней вот подарки, да, ну и потом как бы смотрим, да, кому что, как бы не одно и то же, как складываем. Ну, вот сюда вот суете эти палочки, и вот такие вот они, очень вкусные, очень. Я говорю, это новый запах, извиняюсь, говорю, марка или тут уже напутала. Вроде бы не первый год снимаю, уже года 3. Так, ну, все, вроде бы так показала. Показала все. Вот. Девчата, в понедельник у меня день рождения. И так, сейчас я засуну сюда. И хочу мои девочки, как бы с работы, да, ну как с мои этим коллеги, вот, заказали мне, чтобы я не торт спекла, а маффинсы. Или еще что-нибудь. Но что-нибудь я на камеру не буду говорить, потому что, знаете, да, скажу, завтра уже выставляют. И возмущаюсь. Ну, я потому что знаю. Вот. Хотя для меня все люди одинаковые, все хорошие. Каждый работает, каждый как, ну как занятый, да, как ищет, чтобы такое, вот, как блогер ищет что-нибудь снять, да. Мы ищем, например, что-то там другое, там еще что-нибудь. Это нормально. Вот. Ну, вот такая вот штука, девчата. Вот, так что я вот вам советую на подарки. Это хорошо, очень хорошо. И, конечно, оно долго держится. Даже для дома. У меня вон ту, я показывала, это года 4 назад. Сейчас я вам покажу. Это я тоже на Луизенплац покупала. Это в Дармштадте. Но они везде есть. И в Ханну есть везде. И сейчас они есть тоже в Кауфланде. Везде такая марка есть. Но уже такого, сейчас, вот такое вот я тоже покупала, это было, она только вошло, короче, она дорогая была, эта штука. Вот эта вот марка, вот везде есть, да, это тоже освежитель воздуха, он тоже очень вкусный, и уже вот такого вот блестящего нету, и вот такие вот всякие, да, знаете, оно тоже пахнет, вот. Тоже вот этот вот лимон, он тоже все пахнет. Ну, это уже не продают, потому что уже я не знаю почему. Вот, так что я беру. Я беру, например, вот тоже вот от такой вот штуки, да, вот покупаю как дух, да. Если мне бутылка не нравится, а вот запах хороший, я просто переливаю сюда. И вот у меня тут есть, конечно, запах еще хороший. Уже я не знаю, сколько он у меня держится и очень давно. Так что, а такие всякие, конечно, дешевые я не покупаю. Потому что деньги выкидываешь неделю, полторы недели, оно все выветривалось, оно толком и не пахло. Может быть, оно 3-4 дня оно пахло, потому что оно набиралось. Оно пока впитает вот такие вот палочки, да, и моментально оно выветривается, все выветривается. Ну и все, пока я тут с вами болтала. Рики мой тут уснул. Посмотрите, у него уже тут и корова, и его барашек. Все, спрятал нос. Надо его укрыть, потому что он у нас только укрытый спит. Ну, вот так вот. А я тут уже приберусь. Порядок наведу, да, Рики? Вот, и хочу сказать, чтобы вы оценили. Какой у меня подарок, хороший или не, или плохой? Так что вот такой вот, девчата. И тоже вам советую. Это очень хороший подарок и долго держится. И даже так, просто для себя. Просто для себя вот так вот купить, поставить. Или там даже свечку, например, купить. Или вот такой вот освежитель. Даже, говорю, вот пойдешь, говорю, вот как помоешься, тоже долго запах вот держится. Ну, не буду много болтать. Хочу пожелать вам хорошего вам дня. У кого вечер, хорошего вам вечера. Всем пока. До новых встреч.